Короче, вот в комплекте со станком токарным должны идти шестерни сменные в гитару. У меня их нету, нужны три шестерни. Вот уже отпилены три штуки, вот. 32 миллиметра, сталь 40 хайма. Здесь набирает температуру. Сейчас здесь 22. Слезаем на 800 фишки. Сейчас попробуем заглянуть туда. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем крепчайшего здоровья и отличного настроения. Ура, товарищи! По-другому не... Такая табличка. 1,8. Это 0,6. 1,86 у меня. Здесь 1,8. В строке. Строки. А здесь добавка в столбце 0,6. 1,86. Ну, получается твердость 27,5. Ну. Так. Пора закладывать заготовочки. Thank you.
28, ой, 21, внутренний диаметр, у нас по чертежу 21, по чертежу 21 плюс 28 соток. Здесь просто... Карка закончена, которая мне известна сейчас. Получились три заготовки. Нужно поближе их посмотреть. Вот такие они. Выставил индикатором, чтобы она по вертикали ходила. Такие пазы. Сейчас примерим. Так. Плотненько. Все в порядке. Ну, закончил я, наконец, как я думаю, работу шестернями. Значит, сделано 5 для токарного 1H616 и 4 для фрезера. Все на модуль 2, разные немножко конфигурации.
для токарного на 57 зубов, на 55 зубов, на 54, на 36, вот с внутренними шлицами. Можно вот так, наверное, видно. Вот, по чертежу из каталога запасных частей. И одна на 20, тоже для токарного, должна позволить получить некоторые много дополнительных шагов для резьбы, для метрической. Там 2 десятых, 4 десятых, 8 десятых, 35 десятых, 0,7 десятых. В общем, несколько. Ну и для токарного попробуем. Вот. Ой, для фрезерного. Для фрезерного вот сюда. Вот одна сателлит. 19 зубов она. И те, которые стоят на головках, с ней сопрягаются. Вот, попробуем тоже поставить. И посмотрим, как будет работать, как долго. Эти три одинаковые, они все. 17 зубов. Паз шестерка. Стоп, это два. Это как раз 19. Вот этот паз. Это на 17 зубов. Вот они три штуки. Одна на скоростную головку, одна на долбежную. Одна на фрезерную основную головку. Ну или основная будет еще. Три штучки. Крутится. Чик-чик-чик-чик-чик. Значит, штатность шестерня на 25 стоит сейчас. Здесь стоит шаг 0,5. То есть здесь ручка это вот на двоечке, а эта ручка на единичке. Получается шаг у нас 0,5. Соответственно, сбросил показания цифровых линеек, цифровой линейки по X, по вот этому перемещению. Сейчас сочетаем 10 оборотов шпинделя и посмотрим, сколько покажет цифровая линейка. Поехали. Раз, два, три, четыре. 9, 10. Сейчас доведем ручкой. Так. Смотрим. 4 миллиметра 965. То есть, ну, должно было бы 5, 4,96. Так, докручу вручную. А так. Ну вот, 4,02. 4 миллиметра, 2 сотых, 25 тысячных. Да, 25 тысячных.